Современный детский сад строят в Реутове, причем строители взяли на себя повышенные обязательства, обещали возвести здание за 4 месяца. Это дошкольное учреждение появится на Носовихинском шоссе в микрорайоне 9. Это первый день работы. Экскаватор черпает первые порции глины вперемешку с мусором, а строители уже говорят об окончании строительства детского сада. К зиме закроют тепловой контур. Контур, да, полностью будет закрыт, готов, без отделки, без благоустройства, соответственно. Дальше сдача детсада будет зависеть от темпов строительства двух новых жилых домов. Собственно, для маленьких жителей новостроек и предназначен детский сад. Заместитель руководителя администрации Реутова сегодня тоже на стройке. Проверяет, как подрядчик будет выполнять взятые обязательства. То есть ты не будешь ждать полного котлована, начнешь сразу под бетонку, гидроизоляцию, бетон. Современные технологии позволяют совместить сразу несколько процессов. За счет этого строители и будут сокращать сроки. Детский сад на 140 мест с бассейном возведут по индивидуальному проекту. Детские площадки, игровые площадки, то есть все, что необходимо для детского сада, все игровые формы, прогулочные веранды, все здесь будет установлено. К работам по благоустройству приступят в следующем году. Предварительно планируют сдать в эксплуатацию сад к учебному году 2014.